понедельник в Самарской области будет облачно и пасмурно. Днем минус 1, плюс 2 градуса, ночью 0, минус 2. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, но без осадков. Днем плюс 2, ночью минус 1 градус. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег. Днем нулевая температура, ночью также 0 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре небо закроют тучи, утром возможен снег. Днем 1 градус тепла, ночью минус 1. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.